Анонс и точки до выхода 20 серии сериала «Беспощадный». 20 серия сериала выйдет в эфир 7 июня. Ранее в сериале мы увидели, как Энвер узнает, что собственный отец стал заказчиком его убийства. Для парня такие новости очень пугающие. Он не знает, что ему делать, и начинает паниковать. Но Доган связывается с мундиром и просит его помочь им разобраться в этом деле. Мужчина рассказывает им о том, что есть один человек, которого он может шантажировать в своих целях. Для этого ему нужно достать содержимое телефона этого человека. Лейла отправляется на это задание. Она соблазняет мужчину и оказывается с ним наедине. Пока он отходит, Лейла пытается взломать его телефон. Однако ее ловят с поличным. Она пытается отбиться, но мужчина оказывается сильнее. Шансов становится меньше, когда мужчина достает пистолет. 20 серия сериала выйдет в эфир 7 июня. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.